Так, ну я там справа займу все, что нехорошо стоит. Граждане все вернулись там с перекурить. Да. А некоторые, видимо, не только перекурили, но что-то еще успели сделать. Икнули. Попробую десант высадить на Леонида. Блин, к черту подробности, а где Леонид-то? А, не, без шансов. Даже если ты высадишься, тебя потом разбомбит все равно. А, ну, без поддержки с воздуха, да? Не, даже если поддержка будет, все равно мы там это, все силы клиент. Надо. Да, все силы туда бросим, оно там того должен не стоит. Там десант такой серьезный. Ну все равно расхренячь. Не, там отвлечь внимание можно десантом, но рассчитывать... Как внимание? Ну да, но рассчитывать, что что-то получится, не. Ну, посмотрим. Сибиряк, ты куда полетишь? Штырками. Вышками куда полетишь? Сибиряк. Так, ну я тогда своих поменьше возьму. Блин, опять что-то денег ни хрена нету. Мы будем забирать Леонида, а зачем? Чтобы отвлечь их внимание. Да, не на пути. Они такие прилетят к нам воевать, а мы хлобыси на Леониде. Представляешь, как неожиданно. Так, а со мной слева это кто у нас? А, Кайтер. Это хорошо. А у серфа два Путина есть. Да. Ведь я же авиатор. Лучкованные. Да. А они... почему тогда два? Потому что денег не хватило еще на две пары, да? Экономили на топливе. Это еще и сейчас самолет. Сюда прилетело так камси. Это в смысле? Это как? Ну такой пдыщ. Обычно так летят атакамсы. Слушай, по-моему, они на центр поехали. Я не уверен, но есть подозрение. Куда поехал? Не, никто никуда не поехал. Первый пошел. Ну вот. Я сбил два самолета. Два патриота, хавки, там все. У них томаты первые появились. Это хорошо. Самолетами надо бы вертолеты подержать, там блоки выебываются. Ну они же вон. А я выебываюсь на блоки, все ок. Да, окей. Потому что у меня все ушло на пизде. Он даже 31-й вон стреляет. Ну, напоследок. 31-й просто выпендривается на все. Ни хрена! Последний. Да ладно! Только хотел сказать, последняя ракета сейчас ему в жопу хлобысь. Да ну, нечестно. Вот честно, это нечестно. Все, я своими боевыми вертолетами пошел вниз. Ждем приказаний, сэр. Там на Анну поставьте ЦВшку, кто ставил метку. А то ЦВшка есть, а Анна не наша. Нас как бы Григорий тоже не наш. Ну, тоже, видишь, плохо. И центр не наш. Пипец. Где а все? Леонид зато не их. Я могу с Бориса танка забрать. Нас Федор штурмует уже. Херово. Угу. А где Федор? А где все игроки? Сказали, что уже пописили, так что не знаю. А мы все на Леониде. Да, мы Леонид защищаем самолетами. Вы сказали надо, мы поняли вас. Они к вам едут. Хохмач, встречай. Да я понял. Так, ладно, поставлю ЦВшку на центр, точку центр. Хотя, она там не так, суперская. Мне надо отваливать, там туры меня херачат. Кайтер, по-моему, к нам не приехал никто. В лес. Я не сильно расстроился.
Я думал, сейчас будет это война. О, кто вон тебе приехал, к афганкам прям. А вот это что, посмотрите. Да знаем, блядь, мы что тебе можем сделать? Ну, стой, расстрелять. А там ПВО у них есть? Так, ну что ж, можно сказать, что на Леонид десант не удался. Да. Казалось бы, что могло пойти не так? Трон наш. Я не, если честно, я ни одной игры не помню, чтобы там удалось что-то. Не, пару раз было такое, когда они вообще туда не поехали. Это полная аутисты играли. Ну да, а теперь мы за аутистов. Не-не-не, я вызвал танк туда, Нефр, не надо. У меня пехота туда бежит, видишь? Она будет сидеть в домике и курить траву. Не, ну у нас там один спецназ закрепился в кустах. Это да. Заблудился. И тошки кайтер вперед, дай. Естественно, не ловили. Не да вот сюда скинулся, даже не убил никого. Не-не-не, он справа. А. Вон туда по точке атаковать. Да-да. Пиздец, ни разу не попал. Угу. О, скрежеты там кого-то сарюбиновские поднаказали. Да, мне фоб слева оказывается. Ай, блин, ахтят моментально. Привет, Томкет. Пошли воевать. Давай, 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 давай. Лети, 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 красавец. Лети ко мне, лети. По-моему, он от тебя летит. А, должен ко мне. Ну, одну раз, одна ракета в зал, там и пошла. Самоубивец. На Елену залетел, радуюсь, что там ПВО нету. Ну, обычно там не бывает все-таки. О, стоям, блядь. РСЗО на правую базу. Харьер направо. Смерчу по лбу ударили. Блять, давай вали нахуй. Кто съебал? Уя там прилетела, блять. Ну, стреляют, понимаешь ли, от базы. Вообще. С ума посходили. Я на том кэте. Разворачивайтесь. А, они, вон, они издали. Пустили они... и ушли. Блин, они что, умные, что ли? Сибиряк. Хоть грубо. Не, 15C, идите нахер. Так все умеют. Вон еще ракеты пошли. Но это опять же в меня все. Так, эти парни, где, по-моему, блядь, на что-то намекают. Блять, арту заказываю в пизду, блять. Просто все разъебать. Вообще въебать всем просто. По самые гланды. Вы согласны со мной? Алекс, вот здесь, Алекс, тормози машинку, заправляем ТЛБшки и уезжай. Где, покажи. Ну... Точку, блядь. Вот здесь. Тормози, там две МТЛБшки. Старево, походу, я вверх дохожу. Сюда надо срочно отходить. Какие будут приказания, сэр? Блин, короче, накрою, чем есть. Не обольщай. Да, короче, накрою все, что можно. Продублируйте на Борисе КШМ-ку, пожалуйста. Алекс. Борис, там танк у кого-то Алекс, был. У Алекса там висит. Да. Я сейчас там. Мой танк. Не, еще там кто-то заказывал. Нефр. Да, Нефр заказывал. Подгоню. Скажите туда пехотную только. Пехотную надо. Да, пехотной нету. А, блядь, я не успел. Пехотную я поставлю. Хорошо, поставьте. Пехотную. Пехотную. Или, блядь, ты поставь только. Со снабжением. Пометки. Самолеты есть. Ох, самолетик сейчас справа умрет. Герой. Радар на центр. На торнадо вылетел. Аналогично. 50 ракет. Что могло пойти не так? Так, если бы я был фобом, где бы я стоял?
просто нахер все вынести. Ой, лонгбоу справа. Лука. Это наше небо. Вот тут отдаться у кого-то. Накидываю. Слева 117-й упал благодаря маэстро. Да. Лонгбоу движется. Но он забрал мне все. Куда нам отправляться, сэр? Алекс, а куда ты машинки тащишь? А, сейчас их вот сюда вертушки прилетят и зарядят. А, ну давай вон у Ми 6-го. У Сари заряжусь. Да давай я тебе сюда, я кину тебя. Давай вот поатаковать вот сюда. Не, я тебя вот здесь прям посажу. А, ну давай, давай, давай. Нефор, аккуратнее, я от себя стреляю. Хотя ты тоже от себя стреляешь. Всех фу, я... градами пользоваться. Ну, фобы надо им выносить, они совсем борзеют. Самое удивительное, Майка Шемка встала на Григории под вражеской разведкой, и они до сих пор игнорируют этот факт. Они кого-то, короче, уверт. О, они, короче, тут этот. Там томат по попутал. По морю. Этот, томат на меня летел. Томат ушел. Ну да, неудивительно. Да, да ты, но ушел. Может быть, умер, конечно, в этом, в ангаре. Вот здесь вот еще говноверты ездят туда-сюда. Сейчас, по ходу дела, заходить будет. Тайфун направо. Вот здесь минометы стоят. А можно той ствольной вынести вот это вот, два штормера убрать? Цейглы вылетели. Понял. Пошу. Ушли. Дымят. Ну они заезжают там, ну, вон Хаммер и Гризли. Только наши мсты, походу, не согласны с тем, что они заезжают. Еще скидывайте. Ну туда летит нон-стоп. Сейчас 80-ки подъезжают. Половина не доехала. Ну половина доехала, будь пессимистом. Так, там еще и Роланды. Идите, ваша мать. Пометка марадарная ПВО. Справа. Суки. И Томкэты летят к нам. Томаты вышли пострелять. Атакамс на центр карты. На 80 Б. На 80 Б. Правда, это по мне. А, нам сты, слушай, да. Гады. Сука, снабжение забрали. Да мне тоже тут. Атакамс выехал. Афганки забрали и БМПТ. На Константин. А нет, БМПТ-хи живые. Там справа форсирует. Так, у нас там разведка долезла, хорошо светила. Да, не, все хорошо, она сейчас нормально светит. Шат 85-й просто издевается. Серов, второй 685-й тоже на берег выставь, чтобы он помогал. Ничего, ничего, я там вообще не смотрю, что происходит. Он же для этого и стоит там. Ждем новых приказаний, сэр. Там еще вон ПЗРК, во. Ай, размен. Жалко, когда... А зачем вообще он туда вылетел? Ну, Сари Бин что-то хотел сделать. Умереть красиво. Очень может быть. Не получилось красиво. Вот сука. 4 тол. Лететь, сбивать канон самолетами, значит подставиться под томаты. А, вэшкой норм? Как считаешь? Вэшкой норм, да. Вот и я так считаю. Поэтому ты вылетел всеми своими самолетами, да? Нет, я надеюсь, что он на меня вылетит на вэшку. Да он заколебал ахтить. Только увидел, сразу ахтит. Вот здесь ПО, вот здесь ПО, здесь ПТУР.
РСЗО на правый фланг куда-то сюда. А точнее, куда-то отсюда. По-моему, по базе. Или в районе. Беряк, а ты ниже не можешь спуститься вот сюда, да? Или там тебя впалят, да? Да, они там здоровье стреляют. Вас понял, огонь. Транспортный корпус выполнит любое ваше желание. Дайте нам координаты. Пострелочка, фу-фу-фу-фу. Быть такими. РСЗО налево, ну вы, кажется, уже в курсе. Томкет! Томкет, пойдем стреляться. Найтхок, прощай, дружище. Ну чё? М1 на 2. Норм М1 размен? М1 на 2. Давайте, парни. 8 на 8. Я вас еще в жопу расстреляю. Сбито. Все сбито. Так, сколько я потерял? У них ПВО высохло просто от такого количества красной авиации в небе. Да, да, они охренели, я думаю, когда не ожидали такого эффекта. Я, конечно, всрал тоже 4 самолета. Но и... 3 томата, 2 15С и, по-моему, еще кто-то. Да, Найтхок? Да, Найтхок. 2-3 томата, 2-15. Ну, я потерял 3 Путина, 1 як. Улерих, закрой вот эти, пожалуйста, базы свои, закрой. Я, у меня там база, этот ФОП практически на издыхании. Я хочу его выжрать. Не вопрос. Свои закрой, пожалуйста. Не вопрос. Ребята, что у вас там вот чуть-чуть центр? Какая-то жопа, походу. Ну, не жопа, но... Ну, опульнуть. Просто КШМ. Это ж моя КШМ-ка, вот ублюдки. Не жить им. А, и птуры мне выбили. Сейчас заменил. Не, ну... За ЦВ-шку иду, а стреляю в упор. Так. А у нас только Саребин не наш, да? Давайте кикнем Саребина и кого-нибудь еще. Да у меня еще самолет будет тогда. Вокрово жадный. Давай забаним их вообще. Нет, зачем? Мне же один раз только надо. О, мне все-таки убили КШМ. И закидали кассету. Ну шо, французик, пошли воевать. Русские сильнее французиков. Дайте нам координаты цели. Куда нам отправляться, сэр? О, Лары вижу слева. Лови налево. Лови налево. Хреново. Ну ё-моё, Ульхи. Что такое? Из-за твоих акул. Да. Вертолеты сбивают фабами. Да, ты абсолютно прав. Моя пехота пострадала из-за тебя. Вертолеты сбивают фабами. Еще что-нибудь придумаешь? Ну блин, ну пострадал-то из-за тебя она. И по тебе сейчас артиллерия стреляет, потому что там вертолеты летали. Еще что-нибудь умное будет сказано? К нам плывет противник. Это ужасно. Что будем делать? Кто из-под моей 52-ки стреляет? Алекс! Чтоб тебя! Так, вот здесь, вот здесь 52-ка висит, ты прям под ней херачишь. А, и нет, да? Да. Маэстро, мои вертолеты уехали. Знаешь, как обидно было? Интересно, почему? Блин, вот дракон мне не нравится. Да у него там жизнь вообще пошла. Так, нашу разведку спалили.
И опять сейчас будут, видимо, через речку уже переплывать. Сколько у них 117-х? Там каждый второй американец, что ли? А у них там, может быть, вышло полкоманды. Если бы мы, кстати, кого-нибудь кикнули, у меня бы тоже были самолеты. Вы подумайте, подумайте. Давайте кикнем серфа. Ну тогда у меня не будет самолетов. Ну они у тебя сейчас есть, значит, у кого-то тоже прибавятся самолеты. Да не, я хотел, чтобы в деке было больше. Откуда вот эта кровожадность, друзья? Друзья, ствольная артиллерия, вот по этой метке очень нужна, чтобы заебашить. А где же и Томкэта? Никто не знает. Я вижу Еврофайтера, который что-то попал. Это на акулу, по-моему, он решил пойти. Ты чё, псина? Смотри, сколько ракет есть. А, кстати, ранил акулу. С тебя это, пятихат за убийство дракона. Слышь ты, фантазийный, блин, рыцарь. Это интересно. Так, нам на Грегори поставить ЦВшку. Не знаю. А Дракулу у тебя почем заколоть? Кого? Дракулу почем заколоть? Ну не знаю. Тут, между прочим, целый граф. Да, да. А если мы еще... Два дракона, о, с улицы уже полторы. О, да я смотрю, у нас мысли совпадают, как у умных людей, да? Прощай, Иван. Не, ну там много зениток, поэтому я солидарен. Вы, конечно, стреляете в одну точку, к сожалению. Я стреляю, знаешь, у меня такой разброс, что по всему сектору. Да нет, вы дальний левый угол закидываете. Ну он, да, потому что там... Правая часть вообще не страдает. А иначе бы я просто по кустам стрелял. Как человек, в которого где только будем стреляли. Будем прорываться, а? У них плюс один, кстати. Я потому что... Вы на Грегори Кошемку не можете поставить, блин. Плюс согласен. Один. Осуждаю. Что вам на этот раз нужно? Пусть для них мотивация будет. Штормер такой. О! Какая, они сейчас разойдутся, блин. Твою мать, давай разворачивайся далеко. Штормер, наверное, думает, что он умнее меня. Нет. А это не так? Ну, скорее всего, так. Так, какая у него там дальность, на всякий случай? А то он, конечно, не такой умный, как я, но все же. Птыщ. Там слева самолет, это вы молчите. А я не видел. Мне можно. Там справа налет, смотри, какой богатый. Под прикрытием рафалей. А справа Рафали, вон тоже. О, справа? Да, право это херово. Нифига себе, они выступили. Потому что кто-то там херово, блин, этот. Ты же там поставил. Ну, когда там 50 на тебя летят юнитов, что ты им сделаешь? Кроме как сдохнешь. Убьешь их? Ну, убью, но не сразу. Там штормер вон едет, я об этом переживаю. Ловите. Мои самолеты выкинули все ракеты ближнего боя. Ах, стрелы, короче, там творят. Стрелы стараются, им за это платят. Ловите, ловите рафалей. То есть бегу такого. Беру всех. Ой, глупый какой, ой, глупый. Не четверо. Не, слева вообще не вариант прохваться. Почему? Под вертолетами еще можно зайти. Были бы вертолеты, конечно. Теперь ну, убери, пожалуйста, вышки, а то тебя сейчас лишний раз накроют. Что, дружок, не получилось? Ой-ой-ой. Да. Сибиряк вот понял. Такси, такси заказывали?
Но они убили мне снабжуху. И это возмутительно. Самолет вылетел. Рафаль очередной. Это наше небо. Тайфун Еврохайдер. Пу-пу-пу. Улерик, можешь включать свою фугу? Понял. Если мы можем попасть во врага, то его... Жалко, они на кнопки не реагируют. Маэстро, как считаешь, этот самолет тоже был вызван моими невидимыми вертолетами? Вот этими нет. Они же и меня просто на все попытаться разбомбить. Он еще месяц себе будет напоминать. Это я знаю, Ульрик такой. Да. Мне просто интересно, как можно было вообще догадаться, обвинить человека на вертолетах в том, что его обстреливает артиллерия и ствольная, и самолет фабы кидает. В смысле? Ну вот самолет по тебе точно фабами кинул. Ну, очевидно, крайнего надо найти, ты крайний. Это точно на тебя он. О, 117-й. Прикольно, да? Ого, Леопард. О, ничего, что плывут. Прикольно. У каждого свои герои. Да-да-да-да. Так, надо вышечку вызвать. Тю-тю-дю-дю-дю-тю-тю-дю-дю. Хорошо плывет эта группа в полосатых купальниках. Да-да-да-да, в синих. По-моему, что-то подозрил. Пятнистые. Хуя там фабов упало. О, нифига себе, ля, с этого, с Леонида, блин. 124-му прилетело. Не, парни, вылетайте. Там что-то либо патриот, либо что-то такое. Аккуратнее, сэр. Да он вообще не попал, все нормально. Сейчас посмотрим, прикройте только. Авиации, прикройте. Прикрываю. Там опять на мост. О, блядь, опять нахуй. Хоунды там. Очень много хоундов. Ну, тогда можно артой по ним херачить, мне кажется. А, нет, Патрик. Один. Вражеская артиллерия в итоге убила. По метке. Он не двигает ее. Он его не двигает. А вдруг двигает? Сейчас накрою смерчами. О, Птуровоз летит убивать мой говна, даже не танк. Ну, не беспокойся. Да, у меня ноны поехали. А, я думаю, там ПВО. Да, видишь, вот типа жопки. Их форсируют. И ты убил самолет. Это не я. А, ну как Хахмач убил самолет. А ты разве не потерял там? Уже хорошо. Да вот, народ, народ, вперед, вперед, помогайте. Да у тебя вон Хахмач может 80-ки вывести и все. И всех. По сравнению с нами Хахмач супергерой, а мы тут. Так что давай. Ты на Хахмача ориентируйся. Давайте, 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 помогайте, помогайте. Все равно. Сейчас, 80-ки сейчас там вы. Эй, и ну, чё, майстов вторые так просто так, чисто поржать вышли, что ли? Эй, нет, вы... почему? Ну, потому что там некого уже бомбить, как куда они разбомбились. Вообще... Ты забрал эти мехасы. Одного или двух. Неинтересно с вами. Причем мне еще куда-то по жопе стреляют. Хватит жрать. Жив. Имею право. На что? Обвиняешь человека в том, что его вертолеты стали причиной твоих несчастий в жизни. Отдать вертолеты 3300. А чё так много? Тормози, тормози, сэри, сэри, тормози. Эх, ну что ж, будем профессионалами все-таки. Надо уничтожать противника. Ох, ёшкин кот! 12 от этих акаций. Да и мне тогда можно херачить изо рты. Чиф, ну что, пробьем нашим дорогу на Ивана? О, блин! А потом остатками попробуем меньше сделают. Забрать. Это не я. Ничего не знаю. За йотом. Все, сейчас тогда я закину топливо в какулы. А то они у меня стараются по всей карте работать. Найтхок.
Я там повешу свои истребители. Следить не буду, но пусть висят хотя бы. Так, не леопард. Понял. Выдвигаемся к цели. Конец связи. У меня там и разведывательные крокодилы, и такие есть, поэтому мы их и видеть будем. И наливать им. Кстати, левая часть его готовы воду штурмовать? И заезжать на Ивана. Кошемка, у вас есть там? Готов. Есть, танковая. Отлично. Сейчас она тогда сможет речку форсировать? Да, там мост есть. Она вот здесь мост поехали смог. По Ивану. У меня там танки есть тут подбежать. Раз, два, три. Вы толпой кошемку на Грегори не можете поставить? Кто там слева? Я иду пешочком. Если как что, артиллерия ее сразу убивает, поэтому да? Не переживайте. Но я пешком. Там три кошемки погибли. Куда спрятать? А, под вертолетом разведки? Чиф, ты главное вот здесь хотя бы паху вертолет. А вертолет разведки можно убить, говорят. Я не специалист. А есть у кого зенитка какая? Тунгуска, еще что-нибудь? Есть у меня слева тунгуска. Можно половину кассеты отправить. Дешево, не главное, дай проход. Фу-фу-фу-фу-фу, вертарашеры. Проход не нужен по Григорию просто поездить. Все, ебих. Что такое, ты как-то вперед вырвался? Положу свою армию. Давай. Слушай, вот тут вот большое скопление бронетехники. Блин, да, я уже заметил. Туда надо срочно что-нибудь. Та туда летит. Чуть-чуть иначе кошемку я не поставлю. Мехкау надо слева еще. Слева почистить. Сейчас почищу. Артиллерия и снабжение пытается уехать из-за Йота. Не дай можно им понять. Не дай. Да, да, само собой, я иду их ебать. Продублируйте кошелку, пожалуйста. Сейчас будет дублю. Сейчас я счищу себе эту дорогу. Кажется, не будет. Будет сейчас. Ну ее ж грохнули и... только что. Моя ну, вылетела. У меня сейчас танковая там едет. Туда. Ну тогда, пожалуй, я танковую нашу вызову. А как вы там войска вызываете? А это магия. Сейчас. Я не увидел, чтоб там кошемка просто стояла. Была, была. Она же сейчас упала. Сейчас еще вроде. Одна моя сядет. А-а. Моя вторая садится. Там, смотри, вот здесь мехкалы стоят где-то. Она одна, да. Надеюсь, там не будет вражеских зенитов. Вот она. У врага кончилась артиллерия. Но что стало там причиной? Давайте говорят, подумаем об этом. Возможно. Дни без авторуша. Ноль. Авторуша, в смысле вертораша, да, фу-фу-фу. Ага. Старый стал. До этого-то был новый. Патроны, топливо, запчасти, все, что ну, ребята о. Все деньги потратили на ПВО. Ну да, как бы типично. У них вон до сих пор вульверины, эти гепарды выезжают. Капитан и экипаж приветствуют вас на борту. Это наше небо. Захожу на цель. А все-таки им удалось перебить наши верты? Ничего себе. Да, ну там до хера этих было. Нас всего двое. А вот это не удалось. Много. Ну да. Мы с Чифом 5, 9, почти 10 тысяч урон нанесли. Раф, ты что там надрачивал, что ли, на 4 тысячи? Ну, я самолетами же сбивал. И плюс вот эти пару.